Ну, непростой матч, все-таки поездка эта длинная, тяжелая, сегодня сказалось, не хватало, ребят, движения, вследствие этого проиграли в движении, в катании проиграли, вследствие этого нахватали очень много удалений, это безобразие много, 18 минут штрафа, конечно, это непозволительно, будем сейчас немножко направлять в правильную сторону. Вот, надо уметь терпеть, даже если игра чуть-чуть не получается, удаление не окончательно ломают игру и пропадает все. То есть, дача инициативы идет соперник. То есть здесь надо перед плей-оффом надо это подправить, эти дела. Вот. А позитивный момент, то что отыгрались при счете 1-2, забили гол в большинстве. Вот. Сравняли счет. Ну, Болиты сегодня нам не подфартило на Болитах. Одного гола нам не хватило до победы. А так, в принципе, скажу, что все равно во многих моментах там выставили это 4 минут, но удалили, опять же, можно сказать, характер. Там ребята и под шайбу ложились, и блокировали. Но опять же, повторюсь, сегодня нехватка движения. Вот все-таки немножко мы не так двигались, не так катались, как надо было с этой командой. Двигаться и кататься. Потому вот такая игра с ними получилась у нас. Вот. Но за третий период ребята, можно сказать, спасибо. Они, в принципе, так скажу, неплохо. Неплохо прислушались, начали выполнять и перехватили инициативу. Ну, еще раз, Болиты сегодня удача была на стороне соперника. Мы рады, что мы победили. В общем-то, поблагодарю соперника за игру. Ну, мое мнение такое, что, в общем-то, мы сегодня хорошо играли и заслуженно победили, хоть и по Болитам. Последние три игры показывают, что вот этот календарь, который нам выпал, после небольшой паузы появились силы, появилась уже другая игра. Поэтому, ребят, с победой, преданных наших болельщиков также с победой, а Новокузнецку желаем удачи в плей-офф.